Все, поехали. Круто с папой ехать. Авария. Мы Маргариту потеряли. Вон они едут, едут, несутся. Всем привет, ребят, доброе утро. Собираемся в горы кататься на санках. Наконец-то вернулся. Планировали. Вот, сегодня погодка хорошая, в горах солнышко. Я хочу себе косички заплести. Все, все готовы? Я тоже, пап. Как-то так заплела. Не очень аккуратно, но в общем, смысл в том, чтобы мне волосы не мешали. Ой, ё-моё, что там такое произошло? Запуталась. Руки-крюки. Мы хотим к обеду приехать. Ну, к часам где-то к 11, пол 11. Сейчас 9 утра. Ехать нам. Ехать нам где-то 1:20, 1:30. Бабулечка остается дома, потому что в горы ей, конечно же, нельзя на санках. Она точно кататься не будет у нас. Так, все? Ну, потихонечку, наверное. Вот так. Папе подложи. Мы уже позавтракали. Вещи подготовили. Я еще вещи вчера подготовила. Так, это, по-моему, папины штаны. Это твой комбинезон, да. Бонечка, ты чего там потеряла? Чего ты не потеряла? Чего, мой хороший? А где мячик? Где мячик? Вон же лежит мячик. Ты чего не видишь? Бонь, что там? Что там есть? А, я знаю, что она хочет. Что она хочет? Она это хочет. А, пердушку? Да. Зачем она ей? Играть с ней хочет? Да. Бонь. Она ей понравилась? Да. Так, вот это вот куртка Маргариты. И штаны у нее черные. Это мои штаны. Штаны у меня просто огромные. Другие я не нашла, потому что свои девчонкам отдала. Ксюше и Маргарите. А мне придется надеть папины. Собираемся. Штаны надевайте свои теплые. Можете куртку не надевать, только штаны. Маргош, на диване. На диване. Киса, Филька. Вот. Мои штаны мне очень большие. То есть это папины штаны. Мне пришлось ремень надеть. И что-то тут подвернула. Ну ладно, так сойдет. А Филька развалился тут. Возле зеркала моется. Бонечка, пока. Бабуля с вами остается. Да, я выгуливала собаку. Я возьму еще, знаете, какие. Смотри, балаклавку хочешь? Май. У нас, оказывается, есть. Мы еще покупали Ксюше Маргарите, когда, наверное, им было лет 5-6, наверное. Мама, она будет все время падать. Да, она будет, наверное, падать. Да? Всегда падать будет. Да. Она не облегает. Еще ушки тут есть такие. Шарф. Ты, может, эту наденешь свою, которую ты связала? Давай. Она тепленькая. Здорово. Только распусти, она не наверное. Будет. А? Она не будет проходить. Там снег не будет идти. Там снег не идет. Ксюша уже с саночками едет. Так, все, мы уже выехали. Все на месте. Санки на месте, дети на месте. Ну, для санок даже место есть. Так, шапку ты взяла, Каролин? Да. Перчатки мои взяла? Как, где они, Каролин? О, не потеряй там. Ты же выходила в шапке. А, вот она. Все, сейчас заправимся. Я притал. Что, денег нет, что ли, на бензин? Все, тогда никуда не поедем. Esto me va a doler en el alma. Ну вот, немножко проехали, уже солнышко выходит. Мы сейчас еще выше будем подниматься. Просто внизу туман. Вон там озеро вообще-то должно быть, но не видно озера. Хотя Ксюша уже спит. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better.
нам нужен другой маршрут, а мы не туда поехали. Мы проехали мимо. Возвращаемся. Ксюш, пристегни, пожалуйста. Какой страшный туннель. Страшно, да? Бежал, замерзла. Сосульки. Сосульки. Жук, наконец-то. Форма ела, морсито. Мы высоко уже поднялись. Это мы еще не так. Еще на вагончике выше. Мы не с машиной. Знаешь, как круто здесь жить. Ты хочешь здесь жить? Да. В горах? Походу, только мы приехали. Нету больше никого, ни одной машины. А может быть, кто-то сзади едет? Возвращаться-то сейчас никто не будет возвращаться утром. Так, ну что, мы приехали. Камеру я здесь оставляю, беру с собой телефон. Буду снимать влог на телефон. Все, выгружаемся, одеваемся. Кто не оделся, папа у нас не одет. Все, выгружаемся. И сейчас мы пойдем на канатку и будем подниматься еще выше туда. И там уже будем потом спускаться на санках. Вы наиграя. Не, давайте в лицо не кидать. Да хочется прям в лицо. Не надо. А снег-то не липкий. Ксюш, ты сейчас не успеешь подняться уже. У тебя все мокрое будет. Отряхни ноги. Все, дети увидели снег. Снег. Вот это сосулька. Катя там сейчас оторвёт. Поместимся, не знаю. Я не знаю, сколько человек. Сейчас посмотрим. Приедет один вагончик, один уехал. Посмотрим, сколько там помещаются людей. Вот такой вот маленький вагончик. Но мы все не поместимся, скорее всего. Ага. А тут же, наверное, в аренду надо брать. Но нам большие надо взять. Это велосипеды, да. Больших и помаленьких. Да. Загружаемся. Все, поехали. Круто. Все. Остановочка. Так, все, теперь нужно куда-то идти. Я не знаю, откуда мы будем спускаться. Наконец-то снежок увидели. Идет, так что готовьтесь. Склон идет. Готовы? Я нет. Если что, кричим. Так близко к краю не подъезжайте. Вон с того края едь. Не бойся, я тоже сяду с тобой. У-ху! Ксения, мы тебя погнали. Круто. Нет. Ксения, не отставай. Это просто супер. Кайф. Мы уже приехали. Нет, нам еще ехать. Здесь дорога 30 минут.
Так, Ксюша, вы не потерять там? Авария, что ли? Мама, да! Так, Ксюша, у нас самый последний. Да, rápido! Ксюша, на чили! Целая гора сосулек, посмотрите. Замерз водопад. Осторожно, не упади туда. Тигр. Круто. Замерзший водопад. Сиди. Вот Каролине веселее, а? Со скоростью. Круто с папой ехать. Да, круто с папой ехать. Теперь Макс с папой, Каролина со мной. Здесь пешочком нужно немножко пройти, потому что здесь ровная дорога. А Ксюша очень легкая, она никак не может разогнаться. Теня! Дорогу! У-ху! Так, я поймала тебя. Нашли горку, да? О, меня доча везет. Ну, поехали! Молодец. Уронила. Где там наши остальные? Едут. На буксире. Приехали. Остановка. Так, все, мы по второму кругу поехали. Второй раз. Все, домой? Ну, я думаю, разок точно прокатнемся. Второй, третий раз я не знаю. Мне кажется, у нас уже сил не хватит на третий раз. Но мы наверху поиграем, там солнышко. Сколько времени уже? Два? Два часа уже, да? А, уже полтретьего. Сейчас мы пообедаем и будем опять спускаться. Мама, можно мы туда наверх пока пойдем и будем на санках? По земле, что ли? Там же земля. Вон туда, там можно. Так, ну что, поехали мы. Спустимся разок и домой. Еще разочек. Ага. Да? Разочек еще спустимся. Солнце уже садится. Да, мы уже там. Что будем? Все, поехали. 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 А, будем еще сосульки. Так, все. Последняя поездка и домой. Are you ready? Да. Все. Катя уже поехала. Катя уже уехала. Уху! Не нашла шапку. Где ее могла ее потерять? Мы тоже не останавливались ни один раз. Я просто немножко отдохнуть. У меня ноги прям... Больно ноги. Я не знаю, я по пути не нашла шапку. Да, еще не холодно, нормально. Все, дальше поехали. Так, все. На буксире едет, а ей в лицо снег от папы. У-ху. Едем. Так, тут немножко пешком. Ровная дорожка. Идем пешком. А кто-то едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Туда опасно.
авария. Мы Маргариту потеряли. То ли она раньше нас уехала, то ли она сзади, то ли впереди. Ее нигде нет. Может быть, она уже вообще внизу. Может, она где-то нас там ждет? Нет, здесь нет. Я думала, она на скамейке сидеть будет. Куда она? Она, наверное, уже внизу. Она не хотела нас ждать. Чуть-чуть осталось. Вот она, наша красавица. Она уже обратно идет. Ты уже доехала прям до самого низу? Не, мы останавливались буквально на пару минут, потому что попу больно было. Пойдемте, то они сейчас тут будут ехать. Без остановок просто невозможно. Очень жестко, надо с собой подушку брать. Мне больно. Я уже куртку сняла, вторую, у меня двойная. Внутри вот такая мягкая, я уже сняла ее, чтобы подстелить под попу. Там уже чуть-чуть, да, осталось? Все уже. А, вот этот домик. Еще один спуск, и все. И домой. Устали? Устал, Макс? Или еще раз поднимемся? А? Еще раз. Нет, нам, мы стоянку заплатили только до 4. У нас уже там машину надо забирать. Ладно, поехали, Макс. Мама, 3, 2. Мама, завтра еще 1. Раз пойдем, еще погнали. Мам, еще раз пойдем? Мы еще приедем, конечно. Ну, наверное, может, в другое место какое-нибудь поедем. Мама, может, обязательно назад. Тут опасно. Поворот крутой. Да. Мы уже приехали почти. Я себе все ботинки убила точно. Сейчас, наверное, подошва отвалится. Даже мой раз. Все. Ой, ребят, это круто. Это просто... Это супер просто. Мы повеселились. Я думаю, можно вот сейчас. Играть. Завтра мы будем отдыхать. Сосульки. Не, уже мама, все. Ты вот тут поднялась еще раз? Вон они едут, едут, несутся. Финиш! Ну, надо было дальше проехать. Все устали. Ксения. У тебя перчатка не залезет. О, молодец, сам затормозил. Молодец. Так, все, мы пришли до машины. У Маргариты промокли носки, я ей говорю. А я ей говорю, надень перчатки вместо носок. Мама. Ой. Покажи. Не получается. Ты не фрил? На, еще. Они, смотрите, мокрые. Ну, то хотя бы так, не замерзнут. Хана усохом, здесь ну нас настини. У тебя тоже мокрый? Здесь флуди нас. Вэч? Их махсо. Теперь мы пойдем на Макдональдс. Да. Папа сказал да, нет. Поэтому мы идем. Нет, мы уже только покушали, я не хочу. Видишь, кушать. Папа сказал да. Папа, папа, мы же покушали только. Нет. Да, конечно, они не мокрые, они все мокрые. Кто? Мама, они не мокрые, варежки. Варежки не мокрые. Пальцы засунут, да? Мама, я думала, что мы заболеем. Папа, я сосфриот на ветру. Ой, я устала. Нет. Включите тепло, холодно. Пожалуйста, отопление кресла, пожалуйста. Мама, а почему у вас не греются сиденья? Это плохо, это ну... нечестно, да. Я себе включу сейчас массаж и пусть она греется. Все, и я буду отдыхать. Спустились, и туман сразу. Ужасная погода. Перекус. Они такие соленые, мне не нравятся. Очень соленые. Тут это смешно. Макс поехал в другой машине со своим другом. Там, его украли. Там дома встретимся, приедем.
попробовать поехать на лыжах покататься, в аренду взять. Вся батарейка садится? Да, я знаю. Нет, без Макса, без Каролины они не смогут, только с вами. Арендовать лыжи и покататься, потому что трасса, в принципе, легкая. Там можно и на лыжах, и на санках. Батарейка садится, поэтому доснимаем уже дома. В принципе, туда можно съездить даже с бабушкой, просто подняться на канатки и вот в этой кафешке посидеть очень красиво. На фоне гор. Обязательно туда ее свозим, как погода будет хорошая. Дети могут там покататься, да? Покататься на санках, а мы посидим, попьем чай, покушаем, посмотрим на природу, на горы. Но уже темно будет, мы сейчас вот вниз спустились. Да. И вот такой вот туман, здесь ничего не видно. Да, сейчас опять будем подниматься, может быть, еще рассеется. Вот, уже видно горы. Поднимаемся потихонечку. Да. Солнышко садится. Ну что, мы уже дома? Уже приехали домой. Все вещи перебрали, повесила что-то сушиться, что-то стираться. Куртки некоторые сухие, некоторые мокрые. Но у Маргариты куртка сухая полностью. Дети хотят панкейки. Каролина уже искупалась. Устали? Понравилось? Мне до сих пор попа болит. Быстренько сделаем панкейки. Так, кто-то яйцо тут ел. И потом я буду монтировать влог. Бабушка рассказывает, что Бонька ее не пускала в комнату. Она сидела в нашей комнате. Когда бабушка хотела ее выгуливать, то Бонька начинала гавкать, не пускала ее. Поэтому она все это время, что у нас не было, она не гуляла, не хотела. Только когда мы приехали, уже тогда пошла. Не лучше, чем у тебя получается. Маргарита учится кудри накручивать, а у меня не получается. Ну, может быть, я на себе, если сделаю, получится, но на ком-то. Вот так, этим утюжком. Утюжком, да? Я хочу новый купить. Он какой-то да, старый. Да, этот нехороший. Ой. Теперь нужно вот так вот закрутить в сторону, да, вот так. Угу. Молодец. Мы сейчас посмотрим, попробуем сделать панкейки на рисовом молоке. Ну-ка, заценим твои кудряшки. Мама, ты кот! Макс, оставь кошку. Все, готово? Of course. Все, я сделала тесто, Ксюша будет выпекать сама. Нет еще. Что? Ну ладно, можно такой. Я тут другой. У Боньки пьет? Он не пьет. Давай налью. Все, пей водичку. Они у друг друга водичку пьют и корм кушают, меняются. То Бонька у него поест, Филька у нее поест. Что у меня в школе будет бал? Да. Но сейчас еще одна девочка из моего класса в карантин. Бал когда? Весной же бал у вас будет? Да, но я не знаю, из-за коронавируса. Так ты же говорила, что ты мальчиком у одного спросишь, у мальчика у одного. Ты мне даже показала фотографию. А-а-а, там пугает. Да? Что? Когда у нас было это рисование, Цуляна его спросила, ты что, пукнул? Он сказал, да, конечно, я пукнул. А можно не идти? Нет? Надо обязательно идти? Мама, а если не с кем идти? А если не с кем они идти? Они будут вытягивать. А, вытягивать. Получается? Чайник поставила? Зачем? Чай пить. Мы же не будем сухомятку. Еще сильней. О! Все, садимся. Девочки, мальчики. Приятного аппетита. Бабуля не хочет, она уже кушала.
чай и сахар. Дома еще не знаю, кто что делает. Боня у нас воспитанная. Я кому говорю, я его тарден. Она на стульчик села и сидит, ждет. А кот у нас невоспитанный. Не воспитанный. Он пришел, запрыгнул на стол и пошел. Нет, не прыгай. Не прыгай. Нет, Филя, иди. Филька сидит, а этот хочет залезть, наверное, наверх. А это не нюхает. Можешь, пожалуйста, хомяку еду дать? Да, да, я слышу. Вот он нюхает. Ему интересно. Ой. Идит. Филька. Филя. Филя. Филь. Дай мне хомяка покормить. Пики-рики. Он почему-то вот это вот не ест. Ну давай быстрее кошка сейчас. Мама, кошка ходит. Ну ладно, давай быстрее. Хей! Все, закрываем. Отпускай. А все, не успел. Не успел, не успел, не успел. Давай, не заряжай всю ночь телефон. А, уже 12. Так быстро пролетело время. Сейчас я буду скидывать видео в компьютер, потом с телефона, потому что я снимала на камеру и на телефон. Где моя... А, камера у меня в руках, а где мой телефон? А, вот этот телефон. Кину с телефона, с камерой и буду монтировать. Вот, так что, ребят, всем пока, спокойной ночи и увидимся в следующем влоге. Пока!